Знаешь, ПДД сам, расскажи всем. Таков принцип юных инспекторов дорожного движения. В школах и детских садах Иваново есть такие агитационные команды, которые своим примером показывают, как нужно заботиться о своей безопасности на дороге. Для них и проводится конкурс «Светофор». Это городской этап. На старте 9 команд школьников среднего звена. Каждому объединению дается 3 минуты на выступление. Нужно подкупить жюри стройными речевками и актерским дарованием. Ну, критерий-то, на самом деле, очень много. Это и полнота раскрытия тем, это и связь со зрителями, это и внешний вид, это и общая эрудиция участников, это сценическое движение на сцене, да, то есть агитбригада должна быть яркой, она должна достучаться до каждого школьника, до сердца каждого младшего дошкольника, и поэтому самые яркие выступления, конечно, будут иметь преимущество. Команды понимают, что отличным знанием правил жюри влюбить невозможно, поэтому подключают музыкальные и стихотворные таланты, готовят реквизит и разыгрывают целые сценки, чтобы выглядеть убедительно. Но главное все же теоретическая подготовка. Где проходить дорогу, там, например, по зебре, через светофор или по знаку. Когда выходить на дорогу, выходить на дорогу под зеленый свет. Сначала направо посмотри, потом налево, потом пройти. Жюри, в котором учителя, представители госавтоинспекции, сотрудники управления образования выберут лучшие команды, которые смогут представить областной центр в финале регионального этапа. Он состоится уже на этой неделе. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.